На улице дождь, в подъезде у нас, собственно, тоже дождь идет. Вот, смотрите. Нас прям в прямом смысле топит. Вон, где комнату покажи. Вот, пожалуйста. Вон деда покажи. На кухне, в ванной, кругом. Боже мой, это я сейчас в тамбуре и буду только заходить в квартиру. Боже мой, здрасте, дядь Миша. Везде стоят ведра. Снимаю на видео. Это ванная. Вот, смотрите. Автор этого видео не говорит, но, скорее всего, так пострадали жители последнего этажа. Никаких ведер не хватает, чтобы остановить поток воды. В комментариях сочувствуют пострадавшим и дают советы. Делайте все акты. Я высудила у УК приличную сумму. Но вот что стало причиной такого потопа, может, крыша на ремонте или после работ, ни автор, ни в комментариях не сообщили. А вот так на карантине развлекаются подписчики паблика «Регион 55». Кто на нас, ребята? На карантине соорудили передвижную базу, есть защита и воздушный транспорт с охраной, личная фабрика. Присылайте фото своих баз, будем соревноваться. Беречься от вируса. Старая Московка, поселок Южный. Оставляет координаты базы автор поста. В комментариях присоединились к игре и приняли вызов. Соревнования получились не очень масштабными, и все же три разные базы оценили и мы, и подписчики паблика. Спасибо за продуктовый набор, говорят подписчики группы «Инцидент Омск». Речь о коробках с продуктами, которые сегодня начали доставлять многодетным и малообеспеченным семьям. Автор благодарности и публикации вскрыла коробку и показала содержимое. Неужели кто-то спасибо говорит? Привыкли жаловаться. Приятно удивляются в комментариях. В Омске одну из дорог мастят собачьими экскрементами. Ни за что бы не поверили, если бы не этот пост в группе «Омск ВКонтакте». Вот это творится круглый год на улице Избышева. За трансформаторной будкой расположен КТОС и опорный пункт полиции. Так что не увидеть это безобразие может только слепой. Грязь разводят мусоровозы. А на последнем снимке соседи мастят дорогу собачьими экскрементами и мусором. Начинается сезон дождей, и грязи будет еще больше. В комментариях посоветовали сказать это все соседям в глаза, а кто-то признался, что это не самое странное, что видел человек в жизни. Продолжаем удивляться постам и комментариям об Омске.